Здорово, пацаны. Наша стройка века продолжается. Мы тут занялись теперь уже как бы укладкой полов. Вот, пацаны, все же знают такую игру, которая называется Тетрис. У нас пол, короче, похож на Тетрис. Сейчас я вам покажу его. У нас, блин, Тетрис. Пол называется Тетрис. Мы его делаем из всяких тут ДВПшечек. Чего найдем? ДСПшечек. Чего найдем? Славик, братан, здорово. Славик сегодня чечерит. Кофе нет, кофе кончилось. Большое спасибо пацанам, кто нас поддерживает, кто кое-какие там донатики нам кинул. Нам они офигенно помогли, потому что мы купили хотя бы шурупов, изоленты. Как бы что-то мы тут еще понакупили. Что-то еще покупали, но все это было очень важное. Так что спасибо, пацаны, что поддержали нас. А жизнь нынче у нас все тяжелее и тяжелее. Вот кто-то, наверное, смеялся, что типа, в этот бомбоубежище строить. Он все, у нас уже нефтебазу с беспилотника тут рванули. Уже все. Это очень близко от Орла. Уже до сюда долетает. 7 километров до Орла и уже все, нефтебазу бахнули. Вот такие вот дела. Да, еще мы тут выводили блок кузбасслаком. Кто помнит, что такое кузбасслак? Вот я нашел тут бутылку кузбасслака и прокрасил. Сразу количество блоха резко сократилось. От кузбасслака блохи с ума сходят. Кузбасслак, да, великая тема. А так вообще мы тут выяснили, короче, никакие диклофосы там и чистые дома вот эти вот, они как бы свою функцию в полной мере не выполняют. Выполняют вот обычные там типа спрей, блин, от комаров гораздо лучше защищает от блох, чем, блин, вся вот эта вот шляпа. Побрызгался спреем от комаров и как бы и нормально все. Слай говорит, все щели прольем пеной. Ну, а иначе у нас эти блохи сожгут. Чтоб блохи не лезли сюда с тараканами и как бы будет у нас тут уже гуд. Тогда можно будет заниматься стенами. Да, стенами, потолком, блин. Нам надо торопиться, так как беспилотники все ближе и ближе подбираются к Орлу, блин. И вообще что-то как-то напряжно тут что-то стало. Губернатор нашей области сказал, все бомбоубежища там, типа, проверю, все сделаю там. Почему-то, да что он сделает, почему-то детей только непонятно, зачем-то, типа, когда будет воздушная тревога, зачем-то поведут в торговые центры, кинотеатры и церкви. Непонятно мне, для чего, для какой цели, хрен его знает. Многие люди просто не понимают, да, типа, блин, для них, они обсмотрятся фильмов и типа такие, ой, строят бомбоубежище насчет ядерной войны, что-то там, надо генераторы, какие-то там растения разводить, там хвост держать. Тут какие ядерные удары, тут, блин, беспилотники бомбят и хаммерсы долбят. Пообсмотрится фильмов «Книга Элая», как Саша Ключ, блин. И потом говорят, что Элай был зрячий. Смысл тогда этой книги, блин, сразу теряется. Типа того, что ходил зрячий хер, блин, и читал книгу для слепых. С пустыми. Не для слепых, там вообще страницы пустые были. А, они даже вообще пустые. Там не было вообще, они пустые. Ой, были. Слава, это вообще пустые страницы были. Вообще непонятно. Потом, смысл фильма теряется. Да, и он потом это наизусть рассказывал. Да. Там уже они писали. Да главное, книжка у него была вот такая, да? Вот он рассказывал. А эти записывали, там книг уже у них написанных было, блин, штук 5, наверное, таких. Ну, у них был просто почерк размашистый. Ты думаешь, они там... Почерк был размашистый. Одно слово на страницу. Ну, у нас здесь не книга Элая и не то кино. Ну, для слепых где-то тут лежало. У нас он просто... У нас библиотека есть для слепых, там штук 5, наверное, книг есть. У нас он не для слепых есть, у нас он Ленин идет сквозь ледяную мглу. Ребят, тут на днях, ну это чистая информация для поклонников Вити Агыги. Тут на днях звонил Витя Агыга, он там, не знаю, в каком-то таком состоянии был, не поймешь, в каком-то взбодренном очень.
ну, я не сказал, что он там выпивший был. Наверное, был не выпивший, но хрен его знает. Может, там под своим инсулином или хрен его знает. Он же там вроде как принимает какие-то таблетки. И, говорит, звонит мне такой и говорит. У меня, говорит, видение было, что ты, что мы с тобой идем в магазин, и ты мне покупаешь лотерейный билет за 100 рублей. И, типа, я выигрываю миллион. Я говорю, ну и что дальше-то? Он говорит, ну давай я типа завтра подойду, ты мне купишь лотерейный билет, а я выиграю миллион. Я говорю, хорошо, тогда выиграешь пополам делим. А он говорит, да, без базара, родненький, все, завтра приду, короче, там. Два дня уже нету. Два дня его, короче, уже ждем, когда же он лотерейный билет-то этот купит с миллионом. Думаем, разбогатеем сразу. Вещи сон. Вещи сон, агыхев. Вот человека видения, блин, какие. Возможно, это от того, что он болеет сахарным диабетом. Глюк. Да. Сахарный глюк. Да, сахарный глюк у агыхев был. Вот ждем, когда придет. Да. Витя родненький. Витя родненький. Ждем его. С миллионом. С миллионом. Выигрывать миллион придет, когда к нам. Так что всем, кто интересуется здоровьем Вити Агыги, могу вам сказать, что здоров, он бодрый, весел. Вот. Пропал куда-то. Пропал куда-то. Опять, наверное, там новое видение какое-то было. А так вот должен с лотерейным билетом прийти. Как-то так. Ну ладно, пацаны. Че, до следующих встреч. Подписывайтесь на наш телеграм. Высылайте донаты по возможности на стройматериалы. Будем вас дальше радовать нашими обзорами на постройку убежища. Как-то так. Все, всем хорошего дня, вечера, ночи, там, у кого что. Да, здоровья всем. И главное, не вешайте нос. Все будет гуд.